Эй, алло, всем привет, с вами Блэкс, и сегодня мы будем дальше проходить игру под названием... Ой. Вот так, на тебя раз. Не лагай, не лагай, плиз, плиз, плиз. Плиз, сейчас он лагать будет, я его, короче, раз так об асфальт шмякну доской. Что-то он лагает, я не знаю почему, в последнее время лагать стало. Наверное, комп сломался. Надо его починить. Неважно, просто меня люди давно уже в личку заколебали, вот они такие пишут: «Юра, пили летсплей!» Я такой: ну окей. И вот. В общем, летсплей, любимый наш. От всего сия. Я, да. Сия. Так, сейчас мы будем проходить основное задание. Где там оно? Че, наверху? Как наверх? Как? А, вон. Вот лестница, давайте наверх. Так, Assassin's Creed'инг сейчас давайте. А, нет, нельзя. Так, что это за дверь у нас такая? Взаимодействуем с ней. Эй, Эласинер, Тохонде. Что еще за хрень? Ваши планы меня смущают, но я обещала помочь Агюстену. Что это? Судовой манифест, как я поняла. Подделанный вашими людьми. Чё, блин? Жоаким Франсуа. Анри Маршан. Фортюне Жан. Хорошо. Вы поможете экспедиции. Луи Гаден встретится с капитаном Порта и обсудить оставшиеся моменты экспедиции. Это удачная возможность подменить манифесты. Это финал, типа, почти. И мы поднимемся на борт. Спасибо. И вам тоже, Бастиана. Да, это финал уже. Все ради свободы. Финальной миссии. Ребят, ой, АК-4, короче, Assassin's Creed 4, Freedom Christ. Негры на свободе. Вот так вот. Найдите Луи Гандона. Дополнительные действия. Освободите раба, пока его не убили. Кто там его хочет убить? Это говно. Ну, вот так вот мы его. Да чё он лагает-то? Может, драйвера надо обновить? Если честно, я не знаю. Вас обнаружили. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Мамку вашу обнаружили. Чё он лагает? Наверное, надо драйвера обновить. Я не обновлял сколько уже, 5 лет, наверное. Так, ладно, побежали. Надо как-то обойти. Найти этого Луи Гадена или там как там, Гандона, я не знаю. Может быть, через то здание, возможно. Ладно, сделаю летсплей, разберусь, в чем. Шалит видеокарта почему-то, я не знаю почему. Я нашел его. А теперь мне пора на встречу с капитаном Порта. Доброе утро, на ухо. О, да, 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 лезем за... На крышу лезем, Базара нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля. Не! Ну быстрее надо. Быстрее будьте! Плиз, быстрее будь. Да... Чё же он лагает так? Надо драйвера обновить что-то. А то лагает реально что-то как-то. Ладно, потерпите немного. Не вы же играете. Не, на съемку лагает, потому что Фрапс что-то там шалит. Шальной Фрапс.
Я подхожу, не бойся. Ёшкин кошкин. Так, надо наверх. Так, Луи Гаден. Ой. Негры следят за тобой, мазафака. Я же всегда говорил, надо черных опасаться. Они такой чернозем принесут. Гумусовый слой прямо. Вместо дробаша тут мушкетон, ну ладно. Вторая цель. Интересненько. Мне надо как-то обойти тут всех. Еще не спалили. Тихо. Еще не палево, ребят. Итак, ну наша цель — подменить судовой манифест. Это сделать будет трудновато, конечно. Но я попытаюсь подменить судовой манифест. Тут повсюду просто. Может быть, петардой? Меня не палит. Базар нет. Блин. Базара нет. Меня убили. Черт, да там нереально. Даже петарды отвлечь их не получится. Вас не должны обнаружить. Не успел. Да почему 20 FPS? Вы что, издеваетесь? У меня видеокарта, знаете, какая? От Dolce Gabbana, бля. Опять я матерюсь. Сейчас их надо отвлечь. Кинуть им петарды. Я инкогнито. Блин, я... Ну отлично просто, он теперь смотрит на меня. Иди отсюда, мальчик. На одной ноге пальчик. Да вот они заколебали меня. Ну, плиз, давай, меняй. Да чё ты... Да это нереально. Блин, это невыполнимо. А чё мне делать? Перебить их, что ли? Там за границей карты, что ли? Как?
Как мне? Как? Понимаете? Никак. Вас не должны обнаружить. Да вы рехнулись. Ну не тех ты убил! Не тех! Ты убил! Я на того показал! Ты идиот! Все девчонки от тебя не без ума, потому что ты нигер. Опять мне план разрабатывать 5 лет. Вот так мы делаем, кидаем, да? Идут два говнаря, слушай. Пока они идут, мы вот так вот делаем. Опять не получилось. Да что ж такое-то? О, господи. Может быть, с двух сторон кинуть? Они тогда... Ну, давайте попробуем. Если с двух сторон кинуть, что будет? Например, вот сюда. И потом вот сюда. Да ладно! Ой, падлы! Может, дымовую бомбу кинем? Сейчас кинем. Да чё ж вы так много вас? Да ж куда ты полез? Смотрите, он уже полез куда-то. Охереть просто. Макака, блин. Слезай, у меня не тот план был. Вон иди. Я валить должен. Свалить надо мне. По-быстрому. Отлично. Е! Yeah! Пацаны, получилось, ребят. Пацаны, вообще, ребята, молодцы. Черное небо, черная мама, черные ребята, о да, я буду резать. Черный флаг. Их же растерзают. Чё? Пираты! Мазафака, ща будет круто. Ща последняя миссия, ребят. Ща мы будем проходить, давайте-ка. Все, может быть, пройдем. О, мне уже тут пишут. Ребята, сейчас мы играть будем. С тралем, наверное, в батлу. Или в майн. Просто люблю вот так разговаривать, да? У меня такой стиль, я как бы люблю все рассказывать. Как я вчера... Ой, нет. Привести к ветру! Защищайте экспедицию. Потопите пиратские шхуны, прежде чем потопить брик. Защищаем французов. Эти ученые обязательно должны добраться до цели. Тогда мы получим их тайны. Эти знания важнее любого груза. Да, капитан. Это стоит битвы. Повезет с ветром. Управимся быстро. Блин! Мы уже против пиратов. Охереть. Нас уже мочат. Охереть. Я куда-то врезался. А, это скала. Давай, бери, выравнивай. Еще шторм начался, охереть. Началась эти нигерские песни, блин.
Просто грохнул. Ой, да ладно, что там шхуны с мортира-то? У нас брик-то мощный. Иншаллах, братья. Отлично. Уничтожьте пиратскую эксвадру в пределах 5-6 минут. Хороший залп нам поможет. Это что было? А, я отпустил. Теперь я ничего не вижу. Брик-то сильный, ребят. Я отвечаю, сильный. Да эти падлы мешаются еще. Ты шутишь. Да ща я грохну, смотри. Один удар этому говнюку козёл. Отлично, дополнительные задачи все взял, ребят. Охеренно просто. Ну вот мы прошли миссию. Пропуск в будущее. Отлично. Ну, так, первая часть не очень. Так, херово, первая часть. Давайте дальше. Чё у нас дальше? Чё у нас тут? Куда плыть надо? Порт-о-Пренс. Давайте. Вернемся обратно и, наверное, сейчас пройдем мы все остальные миссии. Я так думаю. Если успеем. Если нет, то финальная 9-я миссия будет в следующей части. Как я планировал. Ну, неважно. Тогда 6 частей получится прохождение Assassin's Creed Freedom Cry. Такое прикольное дополнение, где мы играем за черную силу пира... этот... Америки. Так, вон он. Нет, тут сказали, мы увидим... вот эти сказали, как там их... Разработчики, что мы увидим каких-то старых героев. И где эти старые герои? А? Их нету. Снова были замечены... Снова? Так, гасанули тут. Так. Ну где у нас там миссия уже? Вон она. Опять в той таверне, той бабы, короче. 8-я уже миссия по счету. Сейчас будет предпоследняя. О, чё это? Помощь в беде. Аде, Агюстен узнал о новом невольничьем судне. Прошу вас, одумайтесь. Особый приказ вашего друга-губернатора? Нет, все так, как я боялась. Вы освободили многих рабов, и теперь французы в панике. И пускай, они заслужили. Не все так просто. Повсюду патрули. Наказывают теперь суровее и чаще. Одних вы спасли, но что с теми, кто еще в плену? Увы, без жертв не обойтись. Чем скорее свершится мятеж Агюстена, тем скорее рабы обретут свободу и заживут в мире. Губернатор де Файе грозит отомстить. Так это его суда. Нет, Адевали... Не желаю слушать. Замолчите. Сейчас мы будем губернатора валить. Во, сейчас будет интересненько. Давайте-ка стул подвинем поближе. Вот, значит, левую руку мы кладем на клавишу ВАСТ, да? А правую, короче, мы кладем на Сисяндрию. И так вот... Ладно, херню мучу. Сам в шоке. Ребят, правда, сам в шоке. Я сам в шоке. Не понимаю, что творится. Пиратам вы грабили? Невольничий суда. Да, и не раз.
Но тогда с Кенуэем целью была лишь добыча. Добыча или сведения о том, где она. И не было желания вмешаться? Умный квартирмейстер должен молчать о своих желаниях, если хочет остаться квартирмейстером. Но да, порой случалось. Но ассасины предложили мне более серьезные цели. И я бросил гоняться за судами. Даже невольничьими? Нет, я по-прежнему ассасин и знаю свой долг. Но я ни на что не променял бы годы пиратства. Вы наслаждались свободой? Они закалили меня для нынешних дел. И потом, вы тоже поблагодарите пирата за учебу. Да, капитан. Так, сейчас, стойте, мне надо боеприпас купить. Вот падлы. У меня боеприпасов нет. Ладно, обойдемся тем, что есть. Попробуем без мортира гасануть этих падл. Что там у нас? Фрегаты одни. Но я не думаю, что я смогу их затащить. Сколько у меня? 9. Ну, мы попробуем, слушайте, затопить. Ну, давай, давай. Такое чувство, что меня сейчас разнесут просто в хлам. Тихо-тихо. Блин. Все-таки попал вот этот утес. Нашли битву, блин. Давай, давай, давай. Отлично, один готов. Сейчас мы его расстреляем. Конкретный залп! Отлично. Просто всосал он. И что произошло? Нет, они всех потопят. О! Вот это поворот. Давай, давай. Бабах! Ну что, будешь еще рабов топить? Готов. Нихера там. Просто потопили его. Да, мощно. Давайте, продвигайте корабль ко мне поближе, ребят. Сейчас мы попробуем взять его. Тяните его, ребят. Я вниз. Потушите пожар, а потом готовьте корабль принимать выживших. Так, посмотрим, что у нас внизу. Вот это эпик. Промазал, блин. Что сейчас надо будет? А, это? Ну, это легко. Близ, по-братски освободи.
Давай, давай, yes. Так, все, всех освободили. А вот еще. О, отлично. Только не говорите, что АД сейчас помрет. Чуть не то нажал. Блин! Рефлекс уже. Давай еще раз. F. Левая кнопка. F. Так, что тут надо? Давай, давай, давай. Опа, отлично. Все топится уже к херам. Давай, 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 давай. Блин, я не то нажал. Вот я додик. Малолетний. Сейчас надо внимательно следить. О, угадал. Все, да? Всех освободили вроде. Нихера себе. Вот черт. Так, ну мы попробуем, конечно. Или у тебя дыхалка мощная? Эпичная миссия, ребят. За эпичную миссию ставим лайки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осторожно. Катимся аккуратно, соблюдая правила дорожного движения, иначе произойдет ДТП. Вот именно. Так, плаваем тоже аккуратненько, на красный свет не плывем. Не, пацаны, я ничего не могу сделать. Спас я где-то 20 рабов всего. Просто вода поднимается. What the fuck going here? Никогда не был в тонущем корабле. Ух ты, он смог, он выбрался. О, медузки. А почему краска не смылась? Что происходит? Кто умер? Губернатор де Файе. Агюстен умер, что ли? Я думала, он просто равнодушен. Я не сознавала всей глубины его бессердечия. Вы предупреждали. А, нет. Виновны все. Но де Файе заплатит жизнью. Того требует мое кредо. Слишком мало. И слишком поздно. Вместе нет утешения.
уйдет Дефае, появится другой тиран. Эй, кредо мое требует, слушай. Нынешним воинам. Они не должны оставить борьбу за свободу. А смерть этих людей. Многие едва начали жить. Мы будем скорбеть вечно. Вечная скорбь у брата моего. Ну, эпичная миссия, эпичная. Главное, стопроцентная. Давайте сразу продолжим и давай. Так, что у нас тут? Где у нас задание? Последний бой до фойе. Давайте пройдем тогда в этом выпуске, чтоб типа эпик больше был. Чтобы у тебя пятая серия, финал. Ну, она длинная будет, но ничего страшного. Я напишу в описании то, что она длинная. Приготовьте там попкорн, там вот это все. Чтоб, типа, ну, готовы были ко всему. Вдруг я сейчас перну так и вкусно пахнуть будет. Ладно, перебор. Так, последний бой до фойе, губернатор. Отлично, сейчас у нас будет последний, первая и последняя цель. До фойе. Думаю, и пора. Все. Губернатор успокоился. Охрана спит. Они уже забыли вызванный ими кошмар. Я им напомню. Когда вы убьете Дефае, вам будет грозить опасность. И Мароном, если я останусь. Жаль расставаться с вами. Мы встретимся. Отпраздновать свободу Маронов. Вы знаете особняк губернатора. Не торопитесь. И не попадайтесь. Ясно, понятно. Меня зовут Черная шваль. Люблю курить я черные сигареты, да. О, господи, меня накрыло. А чё у него эти белые? Чё? Думал белым стать, сука. Не, белым никогда не будет черный. Вот так вот. Москва не Кавказ. Нет, Россия для русских, Москва для кавказцев. О. Так, ладно, давайте. Что-то вот заметили, вот я немного поиграл и уже не лагает почему-то. Вот я не знаю почему, от чего зависят эти лаги. Вот может миссия такая была, а там лагала. Честно не знаю. Итак, как мы видим, у нас огромное войско просто на центре. На миде стоит главных ворот. Сейчас мы будем искать другой путь, если такой есть. А вот и он, кажись. Ну, это единственное. Нет, не он. Опа! Нашел вход. Прячьте корабль призрак. Братья, не пережили пути сюда. Я лично найду и убью всех вас до единого. Но я получу ответ. Где убежище Маронов? Иди сюда, давай, я тебя тоже грохну. Отлично, еще один. Уже даблкил.
Сейчас из дротика всех загасим. Ты, он что творит? Да он куда побежал, Ты чё творишь? Блин! Нет, он взял, выбрал дротик, когда я уже пере... Вы видели, да, я переключился на бомбу, а он стрельнул из дротика. Охереть. Дубль 2. Там еще этот, я же его грохнул. У нас единственный шанс пробраться через вот эту щель. Конечно, можно их всех поусыпать. Что я хочу сделать. Я эпично сделал, да, я эпично. На помощь! Вот это ты ему печень перерезал. На помощь! Кто тебе поможет? Рабы? Твои псы-надсмотрщики? Ты жалок. Мужчина должен драться за себя сам. Ты... Мне многих пришлось убить, но никого я не желал заставить страдать, так как тебя. Научить, каково это? Молить о пощаде, как те, кого ты утопил. Это все из-за них, тех рабов. Но они даже не люди. Если их не наставлять, не наказывать, они восстают, убивают. Как ты... Если бы это было так. Нихера, он ему все вырезал там. Яйца сжались, ребят. У всех, наверное. У всех мужиков яйца сжались. Ну да ладно, нахер мне это. Эпично надо, главное, чтобы было. Эпичность, ребят, эпичность. Финальная миссия пройдена, ребят. Сейчас будет финальная касцена, я так понял. Готово. Он долго страдал, я постарался. Вы пришли попрощаться? Да. А еще отдать вам это. Вы потеряли интерес? Я опоздал? Не боитесь, что оно попадет к тамплиерам? Есть вещи страшнее. Тамплиеры не сравнятся с вашим гневом. Лол. Вы шутите, надо же. В такую минуту? Лишь чтобы скрасить горечь разлуки. Вы вернетесь к братству ассасинов и делам, которые вам поручат. Да, вернусь. Но я больше не буду прежним. Я уже не молод. Я отдам свои навыки тем, кто борется за свободу. Вера в кредо поможет мне защищать их. И тех, кто пойдет со мной. Станет учителем? Это больше некому продать. Сохраню на память.
А она такая: «Эй, будешь сейчас заходить сюда, мразь, в лапшу не дам!» О, что-то накрывает меня сильно постоянно. Чё, блин? Эй, нормальным будь, Чё я ору, а? Башка болит. Ладно, ребят, как мы видим, мы прошли, короче. Можно как-нибудь припустить? А, нет, никак. Чтобы пропустить, видео удерживается Е. Можно пропускать? Реально? Ладно. Давайте поговорим об этом дополнении. Плюс этого дополнения. Играем за негра. У нас длинный член. Мы можем всех перерезать. Французы. Минус этого дополнения. Маленькое. Ни о чем. Создатели наврали, так как они сказали, здесь будут старые герои, которых мы уже давно знаем. Это мы видим, это, видимо, был... Блять, они дебилы, что ли? Вы увидите старых героев. Это будет Адевали. Неожиданно, правда? Ладно, короче, они больные полностью. Я даже не знаю, как это можно сказать. Не знаю. Ребят, реально. Ладно, ну, тут, наверное, видео никакого не будет, поэтому пропустим. Я сказал пропустим. Я сказал пропустим. И все, да? Основные задания закончились. То есть все, да? Ну ладно, дорогие друзья, тогда с вами был я, Блэкс, и на этом я заканчиваю свой обзор, летсплей, да, пятая часть, финальная. Но если вам он понравился, а он должен понравиться, так как он был эпичный, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а кто не подпишется, тому лапшу не дам. Пока-пока, ребят, всем удачи, берегите себя, пока-пока.